Заплатили за жилье, а теперь могут остаться ни с чем. Десятки дольщиков собрались сегодня у здания арбитражного суда в Ессентуках. От решения этого ведомства зависит судьба квадратных метров, о которых они так долго мечтали. Это люди, которые купили квартиры в жилищном комплексе «Галактика» в Ставрополе, на улице города Побратима Безье. Но вместо дома на месте предполагаемого новоселья сейчас лишь бетонная подушка. Дольщики уверены, этого достаточно, чтобы признать их право собственности на жилье. Но суд первой инстанции принял другую решение. Он постановил, раз у застройщика не было разрешения на работы, то и все здание необходимо снести. Жители пытаются оспорить этот вердикт. Чтобы была возможность все-таки достроить гражданам данные объекты. Если право собственности признано за застройщиком не будет, то по сути данная земля уйдет под коммерческое использование. Все равно выдадут разрешение на строительство, только люди останутся без жилья, без своих квадратных метров. Заседание сегодня в итоге не состоялось. Суд перенесли на более поздний срок. Это связано с тем, что при участии краевых властей удалось найти конкретное решение вопроса. В ближайшее время объект могут передать другому застройщику. Если это случится, то работы завершат и люди смогут получить долгожданные квартиры.